Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу снять обзор на мою коллекцию книг и других предметов о Гарри Поттере. Давайте же начнем. Первое, это, конечно же, 7 книг о Гарри Поттере издательства Росман. Так получилось, что первые книги у меня сейчас в наличии в данный момент нет. Видимо, дочь взяла в очередной раз ее прочитать, поэтому я начну со второй книги. Первая книга «Гарри Поттер и философский камень», вторая книга «Гарри Поттер и тайная комната», автор Джоан Роулинг, издательство «Росман». В этой коллекции книг у нас 5 книг вот такого издания. И третья и четвертая книга – это «Кубок огня и узник Азкабана» вот в таком издании. Получилось так, что нам эти книги, 2 тома подарили тоже издательство «Росман», но именно вот в таком издании. Так получилось, но мы не стали уже менять, выменивать там что-то, покупать новые, ну, как есть, так и есть. Третий и четвертый том вот в таком издании, издательство тоже «Росман». Пятый том, самый толстый из всех 7, это «Гарри Поттер и Орден Феникса», тоже издательство «Росман». Не менее интересная книга, читается просто одним махом. Очень быстро и легко. Шестая книга «Гарри Поттер и принц-полукровка». Тоже толстая, но менее чем. Пятая. И седьмая книга «Гарри Поттер и дары смерти», издательство «Росман». Что хочу сказать, получила огромное удовольствие от прочтения этих книг. Читаются они легко, захватывающий сюжет, но мне очень они понравились. Дальше идут альбомы с наклейками, посвященные Гарри Поттеру. Это «Гарри Поттер и принц-полукровка». Так, подальше отодвину, чтобы было видно. Вот такой альбом. Мы его покупали, альбом, посвященный 6 книге. Мы его купили, но так получилось, что собирать, честно говоря, не помню, по какой причине, мы его не стали. Ну, так, сейчас много листну. Тут буквально 2-3 наклейки собраны. В принципе, альбом красивый, но, не знаю, может быть, когда-нибудь мы к нему вернемся, но не сейчас. Так что альбом у нас остался незаполненным. Следующий альбом Гарри Поттера, это «Гарри Поттер и дары смерти», что соответствует 7 книге Гарри Поттере. Он тоже очень красивый, и здесь уже часть наклеек на своих местах. Сейчас покажу. Кстати, сейчас мы опять начали собирать этот альбом и ждем очередную партию, заказали очередную партию наклеек. Вот такой, очень красивый, хорошо изданный, замечательные наклейки, супер. Следующее, что я хотела вам показать, это коллекционное издание, посвященное фильму о Гарри Поттере, выпущенное на DVD. Вот в таком боксе идет. С логотипом Хогвартса. Здесь входит первые и четвертые годы и пятый и седьмой годы обучения Гарри Поттера. Сейчас покажу. В боксах, помимо фильмов, вложен вот такой плакат, посвященный Гарри Поттеру. «Хогвартс в огне. Гарри Поттер спасает мир волшебников и маглов». И фотографии. Волан-де-Морт, Рон Уизли, сам Гарри Поттер, конечно же, Северус, Гермиона и Беллатриса. Так они выглядят, замечательно напечатаны, очень красивые фотографии. И сами диски. На дисках помимо фильмов, вот так-то они выглядят, на дисках помимо фильмов собраны огромное количество дополнительного материала, плюс игры, посвященные Гарри Поттеру. Первый, четвертый год обучения и пятый, седьмой года обучения, седьмой в 2 частях. Вот так это все выглядит.
такие мрачные уже последние годы. Далее идут самые большие книги в моей коллекции. Это, конечно же, первая и, на мой взгляд, самая главная книга. Это «Гарри Поттер. Рождение легенды». Как вам ее показать? Так, придется положить. Они большие, тяжелые. Снимать их не очень удобно, но я сейчас хотя бы немного попытаюсь показать. Совсем коротко. Очень много дополнительного материала, очень интересные книги, даже письмо из Хогвартса есть. Вот как-то так они выглядят. Следующая большая книга – это «Гарри Поттер. Мир волшебства. История легенды». Эта книга еще больше, она вот в таком формате идет. Тоже замечательно издана, очень красивое, глянцевое издание. И третья книга, которую я вам хочу показать, это «Гарри Поттер. Фантастические существа». Вот так она выглядит. Тоже замечательное издание, выдавленные картинки здесь. Вот такого формата идет. Обо всех существах мира Гарри Поттер. Это еще не все книги, которые я вам хотела показать. Еще одна серия о Гарри Поттере. Издательство «Махаон» с иллюстрациями художника Джим Кей. Это английский художник, которого выбрала сама Джоан Роулинг. Она считает, что именно он более точно отражает мир Гарри Поттера так, как видит его она. Посмотрите, какие просто потрясающие рисунки. Во-первых, обложка бархатистая, очень приятная на ощупь. Выходят эти книги один раз в год. То есть за год художник рисует, делает свои работы каждому тому. То есть в 2016 году вышел том «Гарри Поттер и философский камень». Вот он сейчас перед вами. В нем есть закладочка вот такая. Сейчас немножко покажу, попытаюсь. Очень красивая книга. Второй том «Гарри Поттер и тайная комната». Тоже обложка бархатистая, очень приятная на ощупь. Издательство «Махаон», художник Джим Кей. Так видит мир Гарри Поттера Джоан Роулинг. И третий том вышел в этом году, в 2018-м, «Гарри Поттер и узник Азкабана». Единственное, что хочу сказать, в этом году этот том вышел, обложка уже не бархатистая, она просто издана на бумаге. Но, тем не менее, не менее красивая. То же самое издание, но обложка уже другая. Итак, с книгами я закончила, теперь покажу более мелкие предметы из моей коллекции.
Энное количество лет назад, не помню в каком году, выпускалась коллекция волшебных шахмат. Конечно же, всю я ее не собрала. Купили мы только 3 фигурки. Это конь вот такой. Такая замечательная фигурка коня шахматного. И, между прочим, он еще и издает звуки. Дальше фигурка ладьи. Вот такая замечательная, красивая. Вообще мне так нравится, они все детально сделано, просто вообще здорово. Так, коня мы отключим. И фигурка волшебная пешка. Вот так она выглядит. Еще в этой коллекции шла волшебная палочка. Вот такая волшебная палочка. Настоящая волшебная палочка. Этой волшебной палочкой можно двигать некоторые фигурки. Посмотрите, что у меня есть еще. Узнаете? Да, это он. Дементор. Ну что ж, на этом я заканчиваю обзор. Если вы хотите, чтобы я сделала обзор вот этих больших книг со всеми вкладышами, вложениями, пожалуйста, пишите в комментарии, я обязательно исполню ваши пожелания. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!